мальчишки и девчонки, а также их родители. Веселые истории увидеть не хотите ли? Веселые истории экран покажет наш. Веселые истории в журнале «Ералаш». Па-па-дам-па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 -
Нет, я Кирпичников. Пришел тебя будить по поручению собрания, чтоб в школу ты пришла без опоздания. Ты что, не помнишь? Как быть? Какая это пытка ее будить? Ну что ж, еще одна последняя попытка.
ребят, я лучше стенгазету делать буду. А будите ее сами. Сидоркина. Она. А как? А так, глаза закрою. И является. Не повезло тебе, Юрка. Прямо скажу. Являлся бы тебе Андрей Миронов или Никулин. А тут является тебе. И кто? Сидоркина из 2-го Б. Чаем глаза полоскал? Угу. Крепким? Как положено. Аскорбинку принимал? 10 таблеток. И все равно... Ага. Слушай, а ты вот что, в лоб дай и все, а? Без вас. Чего тебе, Морозов? Чего-чего? Сама знаю чего. Сейчас как дам в лоб.